Единственная дочь 55-летней певицы Лолиты Милявской сегодня празднует день рождения. Еве исполнился 21 год. Поп-звезда родила девочку сама, поскольку уже была в разводе с Александром Цекало. Дочь артистки появилась на свет раньше положенного срока, на 6-м месяце беременности, с весом в 1200 году Милявская стремилась с помощью своей мамы растить девочку с особенной любовью и заботой. Певица отдала Еву в обычную киевскую школу, которую та успешно окончила. Лолита утверждает, что ее дочь имеет особенные склонности к изучению языков. Исполнительница хита на «Титанике» сегодня поделилась трогательным видео. Брюнетка попросила Еву сказать ей что-нибудь по-английски. «I love you», — сказала она маме. «I love you so much. Как хорошо, что ты у меня есть. Моя любимая девочка. Люблю тебя сильно-сильно», — заверила Милявская. «И я люблю тебя. Скучать будут», — сказала девушка. «А ты мне звони чаще». В любое время, — попросила ее звездная мать. Она сопроводила видео постом с поздравлением. «Оставайся маленькой, не испорченной взрослыми хитростями», — обратилась Лолита к дочери. «Сканируй людей, как ты это и делала. Имей свое независимое мнение. Делай мне замечания, когда я не права. Учись с наслаждением. Главное, знай и помни, что я тебя люблю всегда и просто так».